12 вечнозеленых туй, украшающие улицы города, отправились в питомник переждать зиму. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению убрали декоративные деревья в вазонах с городских улиц. Это сделано для того, чтобы теплолюбивые растения не замерзли. Чтобы не было промерзания корневой системы, вазон засыпается опилками, то бишь их гуртуют, закрывают опилками, чтобы не было, не создавалось воздушной подушки. И корни у нас всю зиму стояли в тепле, чтобы растение у нас до весны было живое. На улице деревья вернут весной. Лилиана Рахматульна, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.